вода секунда договаривалась. О том, что чувака Вагнера вернется в свои лагеря расположения. Часть из них, которые доживают в дальнейшем, подпишет контракты с Министерством обороны. Это касается той части, которая не приняла участие вот в этом вот походе. Спросите меня, что будет лично с Пригожиным. Уголовное дело будет прекращено в отношении него. И сам он уйдет в Белоруссию. Была высшая цель избежать кровопролития, избежать конфронтации внутренней, избежать столкновений с непредсказуемыми результатами. И именно во имя этих целей были реализованы посреднические усилия Лукашенко, и президент Путин принял соответствующие решения. 俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团和普丁政府冲突扩大，首脑普里格金24日挥军北上进攻莫斯科，不料却在只剩下短短数小时的路程时宣布停止进攻，决定转向返回营地。综合外媒报道，白俄罗斯总统卢卡申科与普里格金进行了数小时的会谈后达成协议。普里格金在社群平台发布语音讯息，指出他同意终止部队向俄罗斯首都挺进行动，避免流血。普里格金声明，目前车队正在掉头朝计划相反的方向回到营地，并指出6月23日的正义游行在24小时内朝莫斯科走了200公里，旗下的士兵没有流任何一滴血。白俄罗斯总统办公室新闻单位表示，普里格金接受卢卡申科的建议，停止俄罗斯境内活动，采取进一步措施缓和紧张局势。瓦格纳集团停止在俄罗斯进一步行动的决定是由卢卡申科居中斡旋，以换取莫斯科对瓦格纳战士的安全保证。Чувака Вагнера вернется в свои лагеря расположения. Часть из них, которые доживают в дальнейшем, подпишет контракты с Министерством обороны. Это касается той части, которая не приняла участие вот в этом вот походе. Спросите меня, что будет лично с Пригожиным. Уголовное дело будет прекращено в отношении него. И сам он уйдет в Белоруссию. Была высшая цель избежать кровопролития, избежать конфронтации внутренней, избежать столкновений с непредсказуемыми результатами. И именно во имя этих целей были реализованы посреднические усилия Лукашенко, и президент Путин принял соответствующие решения. Ни в коем случае СВО продолжается. Наши бойцы на передней линии проявляют героизм. Они весьма и весьма эффективно и успешно отражают контрнаступление вооруженных сил Украины. Операция будет продолжаться. Вы наверняка спросите меня, почему именно президент Лукашенко. Дело в том, что Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, около 20 лет. И это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным. 而瓦格纳集团发起叛乱后，俄罗斯总统普丁随即对普里格金进行抄家。在普里格金一处位于圣彼得堡的办公室，普丁起出相当于4700万美元（约新台币14亿元）的现金。根据天空新闻 （Sky News） 报道，普里格金坦承，这些现金将用于支付他的瓦格纳佣兵的薪水和其他开销。普里格金在25日同意撤军后，从网络上流传的影片可以看见，过去几小时内，俄罗斯民众竟在街头欢送佣兵，嘴里不断喊着“瓦格纳”，还拿起手机录影拍照，仿佛是看着巨星离开一样。Куда-то, куда-то.